Жители города Видное уже привыкли, что 1 декабря у кинотеатра «Искра» проходят народные гуляния, и все вместе люди встречают зиму. Звучит новогодняя музыка, и сказочные герои играют с ребятами. В потоке повседневной суеты у детей и их родителей появляется праздничное настроение. Дети верят в волшебство, хотя уже многие там говорят, что нет Дед Мороз. После таких встреч у детей волшебное настроение на весь год остается. Все в предвкушении зажжения центральной городской елки. Но по задумке сценаристов, лесная красавица засияет только тогда, когда пойдут символичные часы. А запустить их может только Дед Мороз. На громкий смех ребятишек пришел не один мороз, а сразу 50. Традиция проводить парад Дедов Морозов в Видном зародилась 3 года назад. Количество участников с каждым разом увеличивается, а костюмы становятся красочнее. Автор, идейный вдохновитель парада и генерал всех Дедов Морозов, клоун Алекс, зажигает елки в центральной части города. В этом году елочка лучше, парад лучше и участников больше. Время делать добро, время дарить добро, и все будет хорошо. И мы, видновские морозы, всегда вместе с вами. Видновчане всегда восхищались красотой елки у кинотеатра «Искра», но в этом году у нее появилась конкурентка. Высокую, пышную, яркую лесную красавицу нарядили и на Советской площади. Раз, два, три, елочка, гори! В этом году Видное как никогда утопает в новогоднем убранстве. По всему городу развешаны гирлянды, пешеходную зону на Советском проезде украшают светящиеся арки. В праздничную концепцию удачно вписалось яблоко и надпись «Я люблю Видное», установленные у кинотеатра «Искра». Мы хотим, чтобы было хорошее настроение, мы хотим, чтобы после этого обязательно выпал снег, чтобы все поняли, что скоро праздник, и почаще улыбались, потому что мир выжил, потому что смеялся. Я хочу всем пожелать новогоднего настроения, несмотря ни на что, все будет хорошо. Такая атмосфера помогает местным жителям проникнуться сказочным настроением. Красиво очень, хотя бы все освещается. Приятно, когда так хотя бы делают. Нравится, как город украшен в этом году? Да. А что именно больше нравится? Арки. А почему? Потому что они очень красивые к Новому году. Пройдя по всему центру города, парад Дедов Морозов остановился в Центральном парке отдыха, где их уже ждали дети, чтобы увидеть волшебство зажжения лесной красавицы. Зажглись не только елки Ленинского района, но и пошел снег, и появилось ощущение предстоящего праздника. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.